Ну а теперь к новостям спорта. Внеплановые учебно-тренировочные занятия сборной России по пара-тэквондо, а также матчевая встреча со сборной Азербайджана прошли в Хасавюрте. О целях и задачах таких мероприятий в сюжете Дана Шуго. В новый олимпийский цикл паратэквондисты страны вступили с новым наставником. С недавних пор национальную сборную по паратэквондо возглавил заслуженный тренер России Магомед Абдуллаев, хорошо знакомый любителям спорта по работе со сборной Дагестана. У меня были в 2010 году два чемпиона мира по паратэквондо. Ну, конечно, за столько лет паратэквондо тоже изменилось. Новые люди появились, новые спортсмены. И когда мне назначено должность главного тренера, мне надо было в первую очередь их увидеть. Основной костяк национальной команды пока составляют воспитанники спортивных школ Дагестана, говорит наставник. Но дорога в нее никому не закрыта. Все зависит от силы воли и трудолюбия самого спортсмена. Я думаю, что шансы есть попасть на Олимпийские игры у всех. Но да, конечно, на данный момент основной костяк сборной команды России, конечно, является и сборной команды Дагестана спортсмены. 8 человек в прошлом году стали чемпионами России, победителем призем, которые будут выступать сейчас на чемпионате Европы. Первыми пока кандидатами в паралимпийскую сборную страны от сборной Дагестана наставники называют чемпиона мира 2013 года Зайнудина Атаева и призера чемпионата мира и Европы Мариам Салимгирееву. В мировом рейтинге они сегодня идут в первой тройке. Тэквондо для меня жизнь. Кроме тэквондо у меня больше ничего нет. Я буду идти до конца. Что бы ни было, даже если я проигрывать буду, я буду до тех пор выступать, пока могу ходить и могу ногу поднять. В первую очередь, конечно, попасть на паралимпийские игры, в рейтинге подняться. Я сейчас в данный момент на третьем. Такие сборы у сборной России и матчевые встречи с командой Азербайджана в Хасавюрте проходят третий год подряд, говорят специалисты. Они служат обмену опытом между тренерами и спортсменами обеих стран. Побывали на них президент Союза Таэквондо России Анатолий Терехов и министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов. У нас очень плодотворные взаимоотношения сложились с Дагестаном. В плане развития тэквондо можно бесспорно сказать, что для нас это один из базовых центров тэквондо. И вот с приходом нового министра спорта мы уже успели здесь создать, точнее не мы, а они успели создать здесь и центр развития пара тэквондо. Напомню, что при Союзе Таэквондо России в этом году был создан комитет по таэквондо, основными задачами которого определены развитие этого вида спорта в стране и подготовка кандидатов в паралимпийскую сборную. В комитет вошли представители Дагестана Руслан Биарсланов, занявший пост заместителя руководителя, и Магомед Абдуллаев, избранный главным тренером сборной России. Дан Шугом, Александр Габрилян, Расул Дебиров. Время новостей, Хасавюрт.